Объезд глава курорта начал с Мопаку. 20 километров пляжной территории вверены муниципальному предприятию. Полумеры там убрали, а здесь не успели, Сергеева не устраивают. Его за что? Да я, да. Почему? Я тебе задаю вопрос, вам задаю вопрос. Почему не снесено это все? Почему оно стоит? Расскажите. И таких объектов еще много здесь. Работать нет. Собираетесь? Нет? А почему я ко всем к вам обращаюсь. Собираетесь работать? Собираемся. Я никого не держу. Никого. И не прикасаем их ее. Людмила Николаевна, почему это происходит? Где управление торговлей? Все в комплексе разберитесь. Хорошо. Чтобы я сегодня этого сарая не видел. Начиная от речки Анапки, останавливаться пришлось буквально через каждые 150 метров. Брошенные киоски, рекламные щиты, горы строительного мусора на песке и даже линии электропередачи. И на каждой остановке главу уверяют – разберемся, уберут. Меня не устраивает, они сказали – уберут, понимаете? Ну они убирают. Я еще раз говорю – взять и убрать. Все, я понял. И сказать, что на будущий год их здесь не будет, именно потому, что они не выполнили наши первые требования. На будущее вот они будут ставить у себя на территории и одну будку, и вторую. На пляжах не должно быть и следа летней деятельности. Ни наша земля, ни наша ответственность – не оправдание, а аргументы в пользу увольнения, считает Сергей Сергеев. Для подчиненных это крайнее предупреждение. Для коммерсантов, которые наплевали на город – красная карточка на будущий год. Сегодня вечером по результатам объезда глава Анапы собрал все ответственные службы с отчетом о принятых к наведению порядка мерах.